Звезда сериала «Склифосовский» Андрей Стоянов умер на 49-м году жизни. Тело актера обнаружили в его квартире. Артисту внезапно стало плохо, медики скорой не успели реанимировать экс-супруга бывшей участницы «Дома-2» Елены Берковой. 10 ноября в Москве скончался 48-летний актер Андрей Стоянов. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сообщается, что звезда сериала «Склифосовский» потерял сознание и ему вызвали скорую помощь. По предварительным данным, тело артиста обнаружили у него дома в столичной квартире на улице Вавилова. Известно, что Андрей Стоянов скончался до прибытия медиков. По информации источника, возможной причиной смерти актера стала передозировка запрещенными веществами. Напомним, у Стоянова осталась взрослая дочь Виктория, которая родилась, когда актеру было 18 лет. С матерью девочки артист так и не заключил брак, однако принимал активное участие в воспитании ребенка. В 2017 году Андрей тайно женился на бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» Елене Берковой. Влюбленные скромно расписались в Гагаринском ЗАГСе Москвы. Однако брак просуществовал недолго. Через 2 года Андрей и Елена развелись.